Я задаюсь невольно вопросом. Вновь и вновь, причем он приходит мне в ум и не дает покоя. Почему? Почему фигурное катание на мотоциклах до сих пор не вошло в программу Олимпийских игр? Ведь спортсмены есть, трассы есть, тренеры есть, атрибутика есть. Все есть, но почему? Почему не вошла? Просто его совсем не обязательно оценивать, его нужно просто смотреть. Мы знакомим вас с мотофристайлом. Мотофристайл или стантрайдинг появился около 5 лет назад в Америке. Стантрайдинг — это трюковая езда на мотоциклах. С английского переводится как стант. Трюки, райдинг, езда. Все очень просто. Мотоцикл для стантрайдинга должен иметь разнообразную защиту. Сзади, сбоку, спереди, в общем, на всех местах, которые касаются, когда он падает. Мотоцикл нужно беречь. Берегите свой мотоцикл. Стантрайдеры из Калининграда занимаются всего год. Обучение идет по методу проб и ошибок. В качестве методических пособий – видеокассеты иностранных коллег. А в роли учебных мотоциклов – собственные, купленные за свои кровные и доведенные до ума машины. Всего в России едва ли наберется 20 таких команд. Соревнования у нас пока не проводятся, зато ребята участвуют в шоу-программах. Стантрайдинг опасен во всех проявлениях. Это небезопасный спорт. Мелкие аварии случаются каждый день. За последние 2 дня я сам 3 раза как упал. Вот, смотрите. Многие упражнения выполняют на скорости 40 км в час. Как, например, вот это. Оно называется «Поза Христа». Тренировки выглядят довольно скромно, зато сами соревнования превращаются в эффектные зрелища с красивыми костюмами и пиротехническими эффектами. Я задаюсь невольно вопросом. Вновь и вновь, причем он приходит мне в ум и не дает покоя. Почему? Почему фигурное катание на мотоциклах до сих пор не вошло в программу Олимпийских игр? Ведь спортсмены есть. Трассы есть, тренеры есть, атрибутика есть. Все есть, но почему? Почему не вошла? Просто его совсем не обязательно оценивать. Его нужно просто смотреть. Мы знакомим вас с мотофристайлом. Мотофристайл или стантрайдинг появился около 5 лет назад в Америке. Стантрайдинг – это трюковая езда на мотоциклах. С английского переводится как стант. Трюки, райдинг, езда. Все очень просто. Мотоцикл для стантрайдинга должен иметь разнообразную защиту. Сзади, сбоку, спереди, в общем, на всех местах, которые касаются, когда он падает. Мотоцикл нужно беречь. Берегите свой мотоцикл. Стантрайдеры из Калининграда занимаются всего год. Обучение идет по методу проб и ошибок. В качестве методических пособий – видеокассеты иностранных коллег. А в роли учебных мотоциклов – собственные, купленные за свои кровные